просто уже его последние годы застал, его игры. Наверное, рассвет был вообще до меня. Так, уже игра началась. Но, в принципе, пока расстроек, тут могу еще... Да, походу, может быть, диагональ будет. Да, будет тоже интересно. Неизвестно, вот какие игры интереснее. Вот, Infinity тоже весьма неплохо играет. 0PT тоже удивительно, как он так быстро учится играть. Наверное, я просто уже устарел как-то. Как-то все быстро начинают учиться. Раньше, наверное, не так все-таки быстро. Раньше сами что-то придумывали, а сейчас уже на готовом. Тактики смотрят просто записи чьи-то топовых игроков и отрабатывают их. Раньше все придумывали сами. Артём, я не понимаю, что ты мне пишешь? Доминат нам поставьте, и мы с Прото пойдем играть. А что, уже они выиграли, да? Сейчас я посмотрю. А, вот, все. Блин, можно было их постримить, ну ладно. Сейчас тогда, все, Артём, ставлю вам сетку, да, идите играйте, уже можно играть. Я думаю, все равно мы пока не будем ждать. Хотя вы можете подождать, все равно вам куда спешить некуда, все равно ждать. Давайте просто вы подождите, и мы постримим вас тогда, потому что тебя и Джо мы еще пока не стримили. Подождите, наверное, мне кажется. Ну как хотите, конечно. Можете идти играть. Но со стримом, мне кажется, будет лучше. Хотя, может быть, вы там не раскроете каких-то секретов своих в игре. Кто знает. Пишет, ждем. Ну хорошо. Привет, мальчик. Так, ну пока пошел размен пиками. Я смотрю, многие начинают игру через две казармы. Хотя тут вот, мне так показалось, Висты все-таки в одну играет. С самого старта. Тут хил такой неплохой у Infinity. Ну, я не знаю, правда, кому он достанется быстрее. Infinity или Висти. Мне кажется, кто его займет... О, Infinity, мне кажется, быстрее займет намного. Получишь неплохое преимущество. И смотри, как близко строится. Сейчас зарейдит у Висты, наверное, у ВРВ что-то. Тут, мне кажется, будет очень интересно, потому что тут очень много вариантов развития событий. Сейчас может Infinity просто пойти в ВРВ, в базу его, вместе с Гривоткой. И как-то от Висты потихонечку отбиваться. Хотя Виста будет на холме, вот тут неизвестно. Смотри, вот сейчас посмотрим. Рейд хороший. А ГЦ пока только видишь зарейдил, еще что? Это конюшня, наверное, да? Еще что зарейдил? Все, в принципе, да, конюшни ГЦ, ну неплохо. Всем еще раз привет, мы стримим полуфинал, или сейчас еще раз проверим. Да, нет, это четверть еще финал. А, против ВРВ с Вистой, против... Инфинити Гривотки. У ВРВ с Вистой это первая игра, как бы разминочная. Сейчас посмотрим, как они ее проведут. Как уже говорилось, они очень сильные игроки. Посмотрим. Покажи нам казармы, сколько кто поставил. Мы смотрим за ВРВ и Висту, а именно за Висту. Сейчас мы посмотрим, кто сколько поставил казарм. Слушай, ты говоришь рейд удачный. ВРВ, по-моему, у него больше спалил. У Infinity. Потому что, судя по очкам, у ВРВ смотри, сколько очков. У Infinity 2 ГЦ, видишь, спалил. Тоже неплохо. Очень даже неплохо. Смотри, пошел в казы к ВРВ, пошел. Главное, чтобы Дисней сейчас не проспал. Вот, смотри, видишь, мы это материться. ВРВ. Вот, неплохо, смотри, как заблокировал гиб. Убил уже драг 10, точно уже убил. И Виста пришлось лезть на холм. Вообще неплохой ход от Infinity. Очень даже успешный. Ого! Смотри, Гривотка как косит ВРВ. ВРВ пришлось не сладко.
пока тактически имеет преимущество и позиционное, я думаю, больше... Смотри, как с холма пали. Infinity с... с кем он тут? С Гривотком. Тут никак не может отбиться Вова от гусей. Ой, Вову, смотри, как Вову плющат. А Виста все стоит. Виста ничего теперь не сможет делать. Вот он бежит гусями, но мне кажется, Гривотк сейчас это заметит и грамотно отведет драк. Вот, да, видишь? Еще главное офицеров ему сейчас подвести вовремя. Виста очень сильно проспал, он может подвести ВРВ, мне кажется, сейчас. Ой, да, смотри. ВРВ уже... Драк вообще почти нету. Ну, казарма строится. Ну, ВРВ еще пока держится, более-менее. Еще драки у него есть. Хоть и чуть-чуть, но есть. Ну, ВРВ не с таких вылазил ситуации, так что посмотрим. Вот сейчас бы неплохо бы Infinity пойти на Висту, мне кажется. Драгунов много потерял. Серёг, ты нам так и не показал казармы. Покажи нам казармы. У кого? У Висты и у ВРВ. Сколько казарм 17 и 18 строится? Вот ВРВ пишет Go, я не знаю, это, наверное, как бы... сколько? 4 всего у Висты. А у ВРВ, мне кажется, больше. У ВРВ, я вижу... У него 7. Да, правильно. 2, 18. Угу. Уже 2 причем стоят. Да, Висты тут, конечно, закосячил. По-другому никак не назвать. Одна стоит, а одну у него уже захватили. Еще бы удалить сейчас. Так это... Красная, красная. Да, еще гривотку ее захватил. Сейчас бы ее удалить не забыть, и будет вообще неплохо. Гривотку ее захватил, но у него вот сейчас вторая казарма только встала. У ВРВ. Угу. А у гривотки. У гривотки, по-моему, тоже он играет 7 казарм. Помог Виста отбиться, но очень сильно запорол он. Не, у гривотки, смотри, сколько. 4-5 казарм. И там захваченная 6-я стоит. А покажи его, зеленые войска, что там делают с ВРВ. Гип, по-моему, блочит еще, да? Да-да-да. Ярик, он не показывает середину города ВРВ, он показывает, сколько драк осталось у ВРВ, сколько казарм, чего построено. Тут, ты пойми, игра 2 на 2, тут очень сложно что-то, ну, важное улавливать, чтобы показывать. Все очень важно и все показать невозможно. Ой, Дип, смотри, как... Ну все, у ВРВ просто нету драк уже, я не знаю. Ему, наверное, он уже удалять, наверное, сейчас будет. Ой, так, у меня стрим выключился. Интересно, вот что с казармой будет делать сейчас? Ух, смотри, сколько гусей у Висты. Интересно, как он их реализует. Тут просто с холма палит. Даже интересно, что он хочет сделать, Виста. Но ВРВ, я вижу, хочет Дип разблочить, наконец. Ну, ему порядком надоел, у него уже нету драк просто на войну. А гривотка все... Как-то гривотка медленно поджимает. Виста гусь это как-то офицера сзади держит, я не знаю для чего. Конечно, экономит, но драги могут от недостатка мяса расходоваться. 14 человек нас уже смотрит, при том, что играют тоже прилично. А, слушай, Доминатор пишет, что и так у Ван Ведена лаги, так что... Артём, наверное, вам нужно, правда, играть без стримера. Хотя стримы не очень большие лаги. Я бы сказал, что я лично вообще их не замечаю, когда мы пробовали тестить со стримом. Вот. Так что вам решать самим, будете играть со стримом или нет. Вы там вместе скооперируетесь, сориентируйтесь и решите. ВРВ наконец-то разблочил Дип. Глянь, сколько у Висты гусей. В принципе, они могут вырубить спокойно игру.
Вот побежал. ВРВ сейчас драк потеряет из-за того, что Виста вот поздно опять. Хорошо, гривотка отвел гусей своих. Я бы не отводил и попробовал драк чуть изрезать. Как-то много куда-то делал мяса зеленый, а именно Infinity. Наверное, на блокировку типа. Вообще, сколько драк, мне интересно, в ВРВ? Как он таким маленьким числом вообще еще что-то пытается сделать? Ну, вот сейчас грамотно. Килл сейчас грамотно занял. Молодец. Артём, решайте. Правда, а то потом будете говорить, что стрим... Да, игра действительно интересная, я думаю, стоит досмотреть. Смотри, как опять побежал Infinity, и Виста опять не успел. Infinity роскошно сыграл, пишет Архаль. Да, я с тобой согласен. Молодец, Infinity заблочил дип, просто ВРВ на очень долгое время. Виста ничего не мог с этим сделать. Ну, Виста и расстояние сыграло свою роль. Я вот как и думал, что Infinity пойдет в город к ВРВ, молодец, правильно сделал. Обеспечил преимущество себе. Будет, конечно, удивительно, если ВРВ с Вистой прям это будет казус. Смотри, у гривотки уже барабаны пошли. Да, вот на ресурсы еще могут поиграть. А как у Висты с ВРВ? Покажи ВРВ. Мне кажется, тоже там... Не, у ВРВ нормально еще ресурсов. А, это ты за ВРВ смотришь. А у Висты вообще 300 золота. Шикарно. По ресурсам они еще могут. Мне кажется, будет... мне кажется, будет игра на рез еще. Пятнадцать человек нас смотрит. Всем привет еще раз. С вами Дион Бомб и Нагберт. Мы стримим игру Виста и ВРВ против Гривотки Инфинити. Смотри, порты строят. Удивительно. Мне кажется, у него даже ресов на заказ не будет. Смотри, отбивается, отбивается. Гривотка уходит в базы. Сейчас, мне кажется, будет очень интересно. Да, все-таки... он, походу, боится просто за ресурсы. Да, да, да. Да, Тём, мне тоже так кажется, что не вытащили его. И вытащит в основном из-за ресов еще. Смотри, сколько еды ищу в РВ. Сейчас он, они вместе прессанут, да, гривотка, как Архаль уже написал, опять же, гривотка тоже тормозит. Infinity роскошно сыграл, вот гривотка подтормаживает. И вот смотри, сейчас они вдвоем убьют Infinity. Тут дело, я думаю, не в том, что они тормозят, просто длина сыграла свою роль. Гривотки далеко идти и вести далеко идти. Ну, мне кажется, тут по-нормальному уже можно вести, атаковать гривотку, а... ВРВ бы уже как-нибудь добивал бы Infinity. Да, Infinity, было бы весело. Просто поменялись бы соперниками. Так, ВРВ, мне кажется, сейчас отойдет все-таки, драху не будет сливать напрасно. Все, водка уже за ресурсы очень сильно беспокоится. Интересно, способны его порты. Да, видишь, видишь, уже говорит, бей зелень. А он все атакует красного. Очень интересная игра. По очкам уже сравниваются. Смотри, водка как теряет драк. Смотри, сейчас. Если Виста сейчас просто ему обрубает мясо, гривотки, ну драги просто остаются на базе у ВРВ. Да, их дожать легко. Но он и так их много потерял, тем более вот еще отходит, мясо, драк, все теряет. Но ему ничего не остается делать, вот ресы сыграли тут свою роль. Я не понимаю, у кривотки было, наверное, и КАС 17 много, и КАС 18 он влепил тоже много. Почему у него такой направ средств? Я вот даже не знаю, как это судить. Либо ВРВ с Вистой так и хотели, ну, в смысле... много ресурсов оставляли
и рассчитывали все-таки на статях игры, либо им просто повезло, что у Вивотки кончились ресы. Но еще пока не кончились. Там покажи нам, есть на что заказывать лодки? Заказывает вообще лодки? Гривотка. Похоже, нет. И ВРВ еще отбил свою казарму, чтобы построить. Настя, похоже, расстроена, да, Настя? Все-таки вам придется играть с ВРВ и Вистой. Ты так этого не хотел. Не, но Инфинити и Гривотка все-таки молодцы. Похвально. Тут все-таки, я думаю, не то, что проспали, а сыграла роль своя длина. Прям так соперниками поменялись, интересно. Сейчас тут Инфинити хоть и на хиле, но мяса у него точно не хватает. Тут еще гуси висты. В принципе, уже ГГ, но еще неизвестно, как тут вот виста с гривоткой, потому что если у гривотки... Вот я так не понял, Серега заказывает гривотку лодки или нет? Я же говорил, нет. Смотри, у него офицеры уже пошли. Я вот не знаю, может он нечаянно заказал, у него ушли барабаны. Да мне кажется, нет, иначе он посты бы не строил. А для чего тогда он сейчас опять не построил? Я тоже непонятно. А драги идут из дипа? Сейчас пойду. Нет, он бы не отступал, Серёга. Идут. Но он бы не отступал. Зачем он тогда отступал? А, Мальчик пишет, очень сильно лагает. Народ, а у вас как, стрим лагает? Нет? Лично у меня вообще все шикарно. Это лаги, которые в игре, а не в стриме. И они не такие же большие. Игра со средней скоростью. Пишет Туз, лаги есть. Да. Фокстер пишет норм. А, Туз, ну у тебя лайки какие, как в игре или именно стрима самого? Ну, тут хоть и у Гривотки много гусей, но он не сможет их реализовать, увести слишком много офицеров. Я даже не знаю сколько. Посмотри, Серёг, сколько у него офицеров. Мне кажется, тут 200 как минимум. И смотри, как фланги правильно широко расставляет Виста. Закрывает прям... 254. Вот. Он не сможет реализовать просто преимущество в гусях. И перестрелять, мне кажется, тоже. Потому что Виста... Хотя Гривотка вот тоже фланг правильно расставляет. Висты сзади драки чуть стоят. Это хоть и небольшая ошибка, но все-таки ошибка. Ну вот Гривотка пытается атаковать. Мне кажется, ничего хорошего из этой атаки не выйдет. Слишком много офицеров. Ему даже гуси не потребуется вести. Мне кажется. Отступает в правом фланге. А левым додавливает. Тоже все отступает. Все гуд, нету лав. Ну все хорошо. А музыка как? Фред, Артём, кто нас слышит? Напишите. Или кому-то, может быть, хотелось слышать какую-то особенную другую музыку. Но сейчас гусей просто потеряет на офицерах. Виста, гривот, мне кажется, Виста тут врагами отступит, все правильно сделает. Ну, пока не спешит. Вот, отводить начинает. А с ресурсами покажи в РВ как. И вот лодочки вижу. Лодочки появляются у гривотки. Но мне кажется, это все-таки поздно. Вот потому у РВ что... ресурсы. 40 золота, 67 угля. Ой, железо, 97 угля. Да им хватит до конца, даже без доменов. Все, мне кажется, уже потому что инфинити нет. А гривотку не составит труда вместе добить. Молодцы, мне очень понравился, да. Фред пишет, Пугачёва поставьте. У тебя есть, Серёг, какая-нибудь Пугачёва песня? Не, нет. Пугачёвой.
Смотри, включи потом девушки из высшего общества. У тебя не осталось этой песни? ВКонтакте можно найти. Который, помнишь, я тебе кидал? Меладзе или кто-то поет, я уже не помню. А, я тебе сейчас скину, какие песни, ну вот лично я какие бы хотел послушать. Ты это потом закинь, когда вот эти проиграют сейчас. Ну, в смысле, игру свою сыграют, и потом туда поставь. Во, да, Лепс, сейчас мы поставим Лепс, я ему как раз написал. Ну, мне кажется, в казах им тут ловить уже нечего, поздно уже, потому что Infinity. Вот покажи нам, BRVS и Infinity, все-таки остались там у Infinity и Vice K, только вот даже интересно, какие, как там гип не заблокировали или как. Да, идут, Артем, я тоже говорил, уже вот лобочки идут, но... Вот мы так и не поняли, были ли у него проблемы с ресурсами. Либо он барабанщиков просто так заказал, ну, ошибка, ну, в смысле, кликнул не туда мышкой. Мне кажется, вряд ли, иначе он бы не отступал. Драгунами и всем мясом не отступал. Покажи, я так и не посмотрел, у Infinity. Infinity прям даже в базу полез к... к Висте. Там гусями, наверное, дип хочет заблочить. Но тут он на офицеров наткнулся. Тут гуси сейчас просто потеряет и все. Кто без соборов играл тут? Тут, я думаю, им не до соборов было, когда ВРВ плющили, Виста не успевал на помощь. Мне кажется, им было вообще не до соборов до них, до этих. А Виста почему-то только 5 казарм 18-го поставил. Ну, в принципе, ему больше не нужно. Уже все. Ну да, вот. У Висты нет соборов вообще, у ВРВ только один. Да и я тебе говорю, тут не до них точно было. Гривотка предзадрот. Все, да, гривотка, я так понял, вышел. Серёх, ты меня тогда не забудь, потому что мне никто записи не скидывает, хотя я их очень сильно прошу мне скинуть. Мне что-то не скидывает, и тогда мне скинь, ладно? Те, которые мы стримили. Потому что, на мой взгляд, они просто очень интересные. Хорошо. Что эта игра, что прошлое, замечательные. Что тут, по-моему, удивительно. Что тут отбивались в базе, вырвать вообще плющили, он все равно выкрутился. Что там, Настя с Пумбой. Я вообще думал уже все как бы, потому что мне плюш сидел. Я просто отходил как раз, когда потом прихожу, смотрю плюш и кто там с ним играл. А Пандореза уже были в базе, сидели. Потом смотрю, выкрутились. Гривотка вышел, да? Да, гривотка вышел, он Финити что-то еще пытается. Ну напишите ему, пусть выходит, чтобы. А то он Артем уже спать хочет. Гудлай пишет. Где так слить? Ярик, а ты видел прошлую игру? Там было еще хуже. Там уже Миша просто выдавил Настю, но все равно. Непонятно. Главное, вот так. Там интересная игра. Там интересно.